снова GCB-шка эта, старенькая, убитая. А то тут вчера после меня вечером кто-то так напортачил, во, сделал заезд. Сейчас думаю заведу, пока никого нет. Подровняю, вот мне этот ковш нравится, стабильный, не дергается, ничего. Вот экскаватор я поставил, видимо не совсем грамотно. Ничего, еще экскаватор походит. В надежных руках и при грамотном начальстве еще унывать причин нет. Да, этот ковш мне больше нравится. У него на базе еще кейс. Я первый день на том кейсе два или три самосвала загрузил. Потом у него мать умерла в тот же день. В тот день, когда он меня взял на работу, у него умерла мать. Вот так-то. Как думаешь? Надо, наверное, видеокамеру в другое место поставить. Планировка еле-еле дергается. Ой, мало взял. Нажмешь на кнопку планировочного ковша регулировки. Ждешь, пока он там повернет. Но ничего, зато стабильно. Мне нравится стабильность. Сегодня 8 мая 2018 года. На самосвале уже спрашивает, работаю я завтра 9 мая или нет. Если работаю, то все. Враг Кремля и всяго святого. Видишь, как у них. Виноват тут ключевая фигура. Ключевая фигура кто у нас? Правильно, экскаваторщик. Если самосвалисты вышли на работу, экскаваторщик виноват. Тем более 9 мая. Надо пить, гулять, грязь валяться. Переставим в более выгодную позицию. Да, разболтанный агрегат. Разболтался тут без присмотру. Дисплей моргает, вечно что-то предупреждает. Да на этом на том вольвешнике тоже. Уже давно, ну как, дня 3 или 4 моргает, что надо техобслуживание проходить, 500 моточасов. Но я думаю, что для такого возраста ему уже 500 моточасов не то. Надо уже через каждое, наверное, 300, 350, ну или хотя бы 400 моточасов проходить. Тоже уже не новый, далеко не новый, уже... Насилован, перенасилован. Вот какая ржавая. Непонятно, от чего это. Вроде не торф, песок. Почему она такая ржавая? Цвет. Не рыжий, не желтый, не коричневый. А вот именно цвет ржавчины. Почему он такой? Никто не знает. Фиг его знает. Главное, я там копал яму 4, где-то метра, ну, почти 4 там точно будет. Там вот так вот это ржавое, потом чуть-чуть посветлее идет, а то и вообще желтенькое, песочек. А потом вдруг бац, и опять, блин, ржавое. Но я так понимаю, здесь было
болото. Так и говорят, что тут вокруг этого аэропорта рижского сплошняком болота были. Здесь, кстати, мелиорация кругом была сделана, колодцы эти. И насосы, говорят, в советское время круглосуточно отсасывали водицу грунтовую. Из всех этих оросительно-осушительных. Ну вот, сейчас покажу поближе. Вот я нажал на кнопку. Вот планировочный ковш пошел. Медленно. Ну да, в другую сторону. Как будто все закисло. Запущено все это. Вот такие вот пироги. Блин, мне бы этот ковш, да на тот экскаватор, хотя фиг его знает, как бы это все. Ой-ой-ой, это что-то с гусеницей уже. Да надо будет быстрее слазить с этого экскаватора, а то еще припишут мне болячки все. Еще такое ощущение, что, наверное, все-таки этот ковшик... Он тяжеловат для этой GCB-шки. Тяжеловат чуть-чуть. У меня такое вот ощущение довольно устойчивое. Да, слабенькая гидравлика, уже не хочет. Не хочет уже. Nicht funktionieren. Одуванчики вот. Красивое поле было. Нет, надо здесь сарай построить. Сегодня по радио один жаловался. Позвонил. Это женщина была. Ёлки-палки. Магазины, супермаркеты, автосервисы какие-то. Не поймешь. Хотя другой возразил. Нет, говорит, предприятий тоже полно. Ну, наверное, нынешние предприятия не такие, как были в советское время. Заводы. Градообразующие предприятия. А такие поскромнее появились. Какие-то фабрики. Поставил какую-то линию. По пошиву носков, трусов. Тихо, спокойно. Говнотечка оттуда не вытекает. Вот это вот очень интересный момент. Любители вспомнить советские... Советскую вот эту вот... Ностальгировать любители вот по советским временам. Мол, работа была, фабрики, заводы. О, по гусенице щелкнул с непривычки. Ну так вот, я так понимаю, люди помнят только с парадного хода. Все эти фабрики и заводы. С заднего двора никто там не бывал. Какие там говнотечки и помойки, блин, скапливались. Не знали, куда деть. Канализации не хватало. Все, ну не все, но многое. Даже здесь у нас, в Риге, даже вот тут у нас за Двиной были открытого типа канализации. Говнотечка стекала. И главное, какие? Не какое-то там дерьмо. С туалета. Нет. Вот тут, например, был возле больницы Страдания между станцией Засула и Окситорникал. Завод Арсенал. Там автоматы делали. Калашниковые. И там же эти деревянные приклады и ручки пропитывали. Там был у них столярный цех какой-то. Они делали эти приклады и пропитывали. А чем их пропитывают? Их пропитывают тем же, чем вот эти железнодорожные шпалы. Криозотом. После того, как криозот там несколько раз использовали, из этой ванны он сливался. А куда он сливался? Он сливался прямо вон в канаву. Канава вытекала из-под забора этого арсенала в районе железной дороги, в районе переезда улица Лепаяс. Дальше она втекала в речку Марупите, тоже тут недалеко от меня. А Марупита уже впадала в Даугаву. Вот и все. Об этом никто не говорит. Хотя, конечно, поностальгировать можно. Человеческий фактор, не забывайте. Штурмовщина. Главное, чтобы сегодня отрапортовать. А за все ошибки потом другие товарищи ответят. Ладно, все, хватит.